Да ку-ку же. Круть, верть, смотрите, что я нашел. Давайте его обмолотим. Давайте. Давайте. А кто хочет молотить? Не я. Не я. Ура! Мы нашли колосок! Ура! Мы его обмолотим! Понесет. Не я. Вот вы как. Ладно. Мышата, крутивец, мы умеем песни петь, кувыркаться и плясать, а еще сухарики кусать. Поиграем в чехарду, и в горелки, и в лоту, и попляшем, и споем, и опять сначала заночем. Стойте, стойте, братцы! Теперь замесим тесто и... И? Что и? Испечем пироги. Ура! Вот и хорошо. А кто будет тесто месить? Дрова рубить? Печку топить? Не я! Ну, теперь все ясно. Нет, братцы, давайте поразмыслим. Кто нашел колосок? Не я. Не я. Кто его обмолотил?
А кто тесто месил, дрова колол, печку топил? Не я. Не я. Так кто же пирожки есть будет?